С 22 по 24 мая в Казанском федеральном университете состоится 4-й международный форум по педагогическому образованию. В этом году в КФУ соберутся более 100 ведущих ученых и практиков со всего мира, которые будут представлять 65 зарубежных университетов. Также приедут представители 88 российских вузов и научных организаций. Необходимо отметить, что число участников форума строго ограничено. В качестве спикеров выступят представители университетов Оксфорда, Гарварда, Глазго, Дрездена и представители многих других престижных вузов мира, такие как директор исследовательского института Гил Ном, президенты Международной и Европейской ассоциации исследований в области педагогического образования и обучения Мария Флорес Фернандес и Тео Фублс. Среди представителей российских университетов выступит ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков. Очень важно, что к нам приезжают не просто иностранные ученые, а те, кто специализируется на подготовке учителей. И то, что они едут к нам, это признание нашего форума и прежде всего нашего университета. Международный форум проводится с целью изучения особенностей современного педагогического образования в России, а также анализа и общения его теоретических и практических подходов. Здесь, на этом форуме, собравшиеся наши коллеги будут обсуждать, прежде всего, проблемы того, каким образом изменить подготовку учителя, что нового можно сказать в этой области. Адель Шамилова, Диана Паскарь, Ленардо Влетьяров, Универньюз.